ограничить режим. Это просто жесть, Бонд, они дерутся у меня дома. Чё творим, про меня зовут царь Кионис. И просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм Банду. Ведь поди ты заснаешь, перед время Суприм Банда будет над всеми. Тони с нами, тот под нами. Я как вижу, против бежни очень нравится быть под нами. Так ты скорее вступай в мою Суприм Банду, чтобы сильно сильный пати на ютубе. Окей, Банда, я думаю, вы помните, как в прошлый раз я снимал Гринча и Деда Мороза. Когда они подрались на крыше моего дома. Была полная жесть, Банда, но тогда Гринч победил деда. И с того времени я хочу помочь Деду Морозу в войне против Гринча. Я хочу уничтожить Гринча, но для этого мне понадобится кукла Вуду. А чтобы сделать куклу Вуду, мне нужен либо волос, либо кровь Гринча. К сожалению, Банда, у меня этого нету. Именно поэтому сегодня я хочу обратиться за помощью к самому Деду Морозу. Надеюсь, он не откажет и поможет мне. В Даркнете я нашел номера этих двух. И поэтому, Банда, сегодня я им позвоню, возможно, даже одновременно. И мы услышим, как они будут говорить с друг другом. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, Банда, я 100% сделаю куклу Вуду на Гринча. И, возможно, наконец-то его уничтожу. И после этого у всех будет хороший Новый год. Так что, поскорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм. Ведь в инстаграме, Банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже совсем скоро я отвечу именно тебе. Так что, подите ссылка в описании, ставь лайк, а я тем временем набираю Гринча и Деда Мороза. Погнали! Окей, Банда, надеюсь, вы готовы. Вот номера Гринча и Деда Мороза. Естественно, я вам не покажу, потому что вы будете им звонить, а у меня тогда будут огромные проблемы из-за того, что я слил их номера. Окей, тем не менее, Банда, для начала хочу позвонить Деду Морозу, чтобы рассказать ему о своем плане про куклу Вуду на Гринча. Итак, Банда, я уже его набираю. Господи, я очень переживаю. Это реальный Дед Мороз. Это тот самый Дед Мороз, который я снимал на крыше своего дома. Не тот Дед Мороз, который был с Даркнета. Тут вообще какой-то обезбашенный. Окей, тем не менее, я очень надеюсь, что он возьмет труп. Потому что он, наверное, даже не знает меня. Наверное, он никогда не записал мой номер. Дед Мороз, привет! Меня зовут Сергей Онис. Здравствуй, Сергей. Дед Мороз, к сожалению, я видел вашу драку против Гринча. Откуда ты знаешь про ту драку с Гринчем? В тот день я летал со своего дрона и видел все. Я видел. Да, это был мой дрон. Что же ты предлагаешь? Дед Мороз, я хочу помочь вам победить Гринча, чтобы мы его уничтожили. Погоди. То есть ты хочешь, чтобы я помог тебе убить Гринча? Да, Дед Мороз, я хочу сделать на него куклу Вуду, но мне очень нужно... Согласен. О, так сразу? Он это заслуживает. Каждый год только мешает мне радовать детишек. Да, Дед Мороз, я хочу сделать на него куклу Вуду. Кионис хорошо себя в этом году вел. Да, спасибо, Дед Мороз. Я снимаю сейчас на видео, надеюсь, вы не против. Мне очень нравятся твои видео. Правда? Окей, Дед Мороз, я все же хочу уничтожить Гринча с помощью куклы Вуду. И мне нужна ваша помощь, чтобы получить волос Гринча. Тогда я смогу привязать куклу Вуду. Хорошо, Сергей Онис, я помогу тебе. Но с одним условием. До конца жизни ты будешь вести себя только хорошо и больше никому не навредишь. Ну, а как же куклы Вуду? Я должен помогать. Как же куклы Вуду? Хорошо, Дед Мороз, я согласен. Только кукла Вуду на Гринча будет последняя. Черт, Банда, он просто отключился, вы это видите? Окей, Дед Мороз согласился на то, чтобы уничтожить Гринча. Естественно, Банда, я буду продолжать делать куклы Вуду, потому что как мне иначе уничтожать других монстров? Окей, теперь же, Банда, давайте позвоним Гринчу. Узнаем, что он сейчас нам скажет. Мне нужно как-то его позвать себе домой, чтобы он пришел сюда. Окей, Банда, я уже набираю Гринча. Очень надеюсь, что он возьмет трубку, потому что даже Дед Мороз взял. Надеюсь, Гринч также сам возьмет трубку. Господи, я очень переживаю. Это тот же самый Гринч, который дрался с Дедом Морозом. Я очень его боюсь, потому что он тогда запросто вырубил Деда Мороза. Только вдумайте самого Деда Мороза. О, господи, очень надеюсь, что возьмет трубку. Гудки идут, а он все еще не берет. О, господи, пожалуйста, возьми. Это Гринч. Это Сергей Онис, Гринч. Кто это? Я снимаю видео в интернет. Кто ты такой? Я Сергей Онис снял вашу драку с Дедом Морозом. А это ты? Тот, кто снял мой бой с Дедом Морозом? Видел, как я его? Я его вырубил, он там просто лежал. Надеюсь, он сдох. Нет, к счастью, он жив. Но вот не будешь жив ты. К счастью, он жив. Тогда мне придется снова его убить. Гринч, ты испортил мне Новый год. Ты испортил мне дом. Я должен тебя убить. Да мне плевать на твой дом, на твой Новый год, на твое Рождество. Моя главная цель — убить Деда Мороза. Кто это тебе там звонит? Кто это тебе убьет?
такое время? Дед Мороз. Гринч. Ну здравствуй, похититель Рождества. Ну здравствуй, старый. Как жизнь без меня? Слышал, ты остался все-таки жив после той бойни. Пришло время это исправить. Ты должен перестать делать то, что творишь. Людям нужен Новый год, а ты его только портишь. Попробуй останови меня, старый. Сегодня будет твой конец. Больше никто никогда не испортит Новый год детям. Хо-хо-хо. Не конец. Еще посмотрим, какой конец будет у тебя. Встретимся у него дома, Гринч, и решим. Погодите. Оба хотите меня убить. До того оба за это поплатитесь. Хорошо, Сергеонис, я помогу тебе. Надеюсь, мы сможем достать его волос. Да, хорошо, Дед Мороз. Он тоже отключился. Это просто жесть, банда. Они реально одновременно разговаривали. Я позвонил Дед Мороз, чтобы узнать, какое время приходить. Мне просто в это не верится, Суприм Банда. О, черт, банда, я все еще не могу в это поверить. Это был реальный Гринч и Дед Мороз. Я все-таки смог им позвонить. Я очень надеюсь, что Дед Мороз не поможет уничтожить Гринча. Но все же, банда, мне еще осталось сделать куклу Воду, с помощью которой уничтожу Гринча. Я очень надеюсь, банда, что вы уже поставили лайк, чтобы я сделал куклу Воду. О, черт, банда, это Гринч. О, господи, он уже здесь. Мы сегодня тебя уничтожим. Гринч! О, господи, забыл закрыться! Мы тебя уничтожим, Гринч, тебе конец! Мы сегодня тебя убьем! О, черт, просто жесть, банда, это реальный Гринч, вы это видите? О, черт, это еще кто? Просто жесть, банда, там реальный Гринч! Окей, ничего не видно, господи, ладно. О, черт, это Дед Мороз! Просто посмотрите! Это тот самый Дед Мороз, которому я звонил! О, господи, банда, он все-таки пришел! Мне просто это не верится, это реальный Дед Мороз, вы это видите? Такая жесть, просто посмотрите на него! О, черт, Гринч! О, господи, посмотрите, они дерутся! Это просто жесть, вы видите это? Мне просто это не верится, нужно срочно прятаться! Это реальный Гринч, Дед Мороз! О, господи, банда, мне очень страшно, посмотрите на это! Они просто дерутся, вы это видите? О, господи, я лично болеваю за Деда Мороза! О, господи, он упал! Только не это! Пожалуйста, Дед Мороз, выиграй! Просто посмотрите на это! Они реально дерутся! Вы это видите? О, черт! Он только что нормально его ударил! Похоже, Гринч явно выигрывает! О, на тебе, Дед Мороз! О, господи, очень переживаю! О, на это уже Гринч получил! Вы это видите? Давай, Дед Мороз, ты сможешь! Ну уже быстрее побеждай его! О, только что был сильный удар от Гринча! Вы это видите? Ну же, Дед Мороз, давай соберись свою силу! О, господи, он просто упал! Вы это видите? Мне это прям не верится! Они реально дерутся! В квартире. О, черт, это уже сильный удар. О, господи, ну же, давай, Дед Мороз, побеждай. Просто посмотрите. О, у него пихай, посмотрите. Дед Мороз побеждает, вы это видите? О, черт, это просто жесть, банда, они дерутся у меня дома. И похоже, Дед Мороз наконец-то выигрывает. Хотя по бою видно, что Гринч реально сильнее. Я очень переживаю с Деда Мороза. О, и уже здесь, банда, вы это видите? Что они делают? Они просто дерутся, посмотрите. О, господи, мне в это не верится. Гринч против Деда Мороза, где вы еще такое увидите? Они реально дерутся. О, Дед Мороз выигрывает! Просто жесть, банда, посмотрите! Он реально нормально так бьет! Просто посмотрите! О, Гринчу конец! Думаю, даже кукла Вуду здесь уже не понадобится! Дед Мороз и так его убьет! Он явно его просто ненавидит, банда! Мне просто это не верится! Посмотрите, как же он его прям лупашит! Это такая жесть! Господи, давай, Дед Мороз, ты сможешь его убить! Давай, Дед Мороз, ты сможешь, давай! Ты победишь его! О, нет, Гринч! Черт, Дед Мороз на меня отвлекся! О, черт! Вот это был только что удар от Гринча, посмотрите! Что они делают? О нет, Гринч его пихнул! Они заходят туда! Они зашли в третью комнату, банда, вы это видите? Просто жесть, банда, там реально была драка! И похоже, Дед Мороз проиграл из-за меня! Я отвлек его внимание, когда его позвал! Зачем вообще это сделал? О, господи, их даже не видно! Очень надеюсь, банда, что Дед Мороз все-таки смог как-то выбраться победить Гринча! Тем не менее, я думаю, что нужно подойти к той двери! Господи, я очень переживаю за все это! Банда, надеюсь, Гринч проиграет! Такая жесть! Мне просто в это не верится, они реально дрались здесь! О, господи, там шапка Деда Мороза, вы это видите? Окей, банда, я все уж не могу в это поверить. О! Вы слышите? Он просто его сбивает, Гринч сбивает Деда Мороза. Черт, это все из-за меня. Зачем же все это начало? Черт. О, господи, что это, банда? Это Гринч, все, только не это. О, господи, он идет сюда, банда. Это просто жесть. Это реально... Он радуется, что он победил. Похоже,
Похоже, Дед Мороз проиграл, только не это. Господи, Дед Мороз проиграл из-за меня, я не должен был его звать, зачем я это сделал? Эй, Дед Мороз, ты как? Господи, Дед Мороз, я не должен был тебя оставлять, я должен был тебе помочь. Ты вообще цел или как? О, господи, твоя шапка слетела, я помогу тебе, не беспокойся. Я не должен был тебя звать, не должен был тебя отвлекать. Очень тяжело отвязать, Гриш силен. Окей, найдем где-то ножницы. Где-то здесь они были, пока что где не видно. О, ножницы, банда. Окей, Дед Мороз, я могу тебе помочь, только не двигайся. О, господи, я пытаюсь... Что случилось? О, черт, Черт, помоги ему, быстрее освободи его! Возьми ножницы, под диваном они упали! Просто жесть, Настя, то, что здесь было, это ужас! Что вообще происходит? Здесь был реальный Гринч, а это реальный Дед Мороз! Я позвонил одновременно! Они оба пришли, я хотел уничтожить Гринча! Родима, сними! Я хотел уничтожить Гринча с помощью куклы Вуды и попросил помощи Деда Мороза! Окей, я пойду найду Гринча, он где-то здесь, в доме! Господи, банда, где он вообще может быть? Я пока что его не вижу! Эй, Гринч! Господи, куда он мог деться? Он 100% еще где-то в квартире, он бы так бы просто не ушел отсюда. Я не знаю. Ёлка, он будет портить наши подарки, которые мы положили под ёлку. Он же похититель Рождества, он будет портить весь Новый год. Гринч, я знаю, где ты, стой на месте. О, господи, Гринч, стой, не делай этого. Не рви наши подарки, пожалуйста. Гринч, остановись, пока не поздно. Иначе тебя убью, нет. Зачем ты разрываешь наши подарки? Нет, Гринч, успокойся, только не этот подарок. О, господи, зачем ты его рвешь? Скорее, выметайся. О, черт, аккуратно, выметайся отсюда, Гринч. Мы тебе тут не рады, ты плохой. Уходи отсюда, давай, вон отсюда, пошел вон отсюда, Гринч. Вон! О, господи! Я наконец-то его выгнал, банда! Это был реальный Гринч! Надеюсь, он больше сюда не придет! Хотя, банда, мы еще не получили его волос! А что там Дед Мороз? Дед Мороз, я уже иду! О, господи! А где Дед Мороз? Он сказал, что все бессмысленно и ушел. Через окно? Да! О, господи! Это просто жесть! Банда, Дед Мороз ушел! Он сказал, что все бессмысленно! То есть, получается, мне больше не будет помогать или что? Окей, банда, тем не менее, нужно снова позвонить им одновременно! Так что, блин, давай на это видео наберем... И тогда, банда, я снова наберу одновременно Деда Мороза и Гринча. И, возможно, тогда даже уже у меня будет готова кукла Вуду на Гринча, мы просто его уничтожим. А также провод комменты с моего прошлого видео. Просто блин, какие шикарные идеальные комментарии. А брось, ну ты хочешь попасть еще видео, всего лишь просто позиция ниже. Нажал лайк, колокольчик и все, обрати уже новое видео. Лайк, колокольчик, коммент на видео, бандит. И также, блин, не забывай подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою супрем банду. И, бро, помни одно, оставайся такими шикарными. Пока!